Здравствуйте, с вами VGaming. Вот и вышла игра Pokemon Unity. Какого же покемона выбрать? После того, как вы пройдете вводное руководство, вы получите лицензию, которая позволит вам разблокировать покемонов. Если вы новичок моба, возможно, вы не уверены, какое существо выбрать первым. Каждый из предложенных вам вариантов – отличный выбор, который поможет вам изучить более тонкие детали различных классов игры. LDGhost – это покемон поддержки. Он использует дальние атаки, чтобы поразить врагов. Их главная цель – восстановить здоровье своих товарищей по команде. Игроки LDGhost должны оставаться позади своих более крепких партнеров, поскольку у них не так много здоровья. Они необходимы для поддержания жизни команды, но они станут целью вражеских игроков из-за их полезности для своей команды. Выберите LDGhost, если вы хотите сохранить жизнь своей команде. Snorlax – покемон-защитник. Они сильные бойцы ближнего боя. Игроки Snorlax не должны бояться бросаться в бой, так как у них большой запас здоровья. Они играют ключевую роль в командных боях, поскольку могут выдерживать множество наказаний, позволяя своим дальнобойным товарищам по команде атаковать врагов издалека. Выберите Snorlax, если вам нравится быть в центре событий. Пикачу – атакующий дальнего боя. Он использует дальние атаки, чтобы одолеть врагов и побеждать их на расстоянии. Игроки Пикачу должны балансировать между использованием своей силы для агрессивной игры, но также должны знать, когда отступить, поскольку их низкий запас здоровья позволяет им легко потерпеть поражение. Пикачу будет самым опасным игроком в команде. Выберите Пикачу, если вы хотите стать главным дилером вашей команды. Чаризард – это универсал. Его навыки позволяют ему быть угрозой как на близком, так и на дальнем расстоянии. Игроки Чаризарда имеют приличный урон и здоровье, поэтому их стиль игры зависит от того, кто их контролирует. Игроки также могут выбирать различные навыки по мере повышения уровня, что радикально меняет то, как сражается Чаризард. Выберите Чаризарда, если вы хотите играть за гибкого покемона. Talonflame – скоростной атакующий. Его быстрая скорость позволяет ему перемещаться по арене боя, давая ему возможность представлять угрозу в любом месте на карте. Игроки Talonflame хотят бродить по арене, уничтожая диких покемонов, чтобы набраться опыта. Затем им следует обратить внимание на то, кто из товарищей по команде нуждается в помощи, и заняться истреблением врагов. Закончив, они возвращаются к бродяжничеству. Чтобы набраться опыта и приближаются, когда придет время. Выберите Talonflame, если вам нравится идея быть мобильной угрозой, которая постоянно находится в движении. Если вы все же не уверены, какого покемона выбрать, выберите Чаризарда. Из всех вышеперечисленных вариантов они обладают наибольшей гибкостью. Это один из немногих покемонов, у которых есть эволюционные трансформации и навыки, которые они открывают, позволяют им создавать разные сборки. Спасибо за внимание, с вами был VGaming, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока-пока.